Ребята, на канале принцесса Анна. И сегодня мы будем заниматься растяжкой. Будем учиться садиться на шпагат. Покажем, как Аня научилась сесть на шпагат, да? Давай кружок, пару кружочков побегай. Для начала, Анюта, разогреемся, да? Что-то двигается. Теперь, да, теперь прыгай на ножках, прыгай. Не стоим так долго, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Молодец, Анюта! Разминаем носочки. Одну ножку и другую. Давай. Садимся в бабочку. Давай. Как нужно делать бабочку? Стучим по полу, чтобы было слышно. Стучим по полу коленками. Молодец. Теперь садимся на пол, тянем с носочком. Тянем носочки к себе и считаем до скольки? Давай до 10, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь носочки тянем от себя, да, и считаем тоже. Считаем тоже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мы тянемся. Тянемся, да. Чтобы получился красивый шпагат. Да, заднюю коленку выравниваем, выпрямляем. Теперь сюда делаем. На другую ножку, да? А теперь пробуем сесть на шпагат. Да? Давай. Молодец. Ровно, да? Ручки поднимаем вверх и сидим так. Сколько считаем? 10. Ну, давай 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Похлопали себе. Если хочется садиться на шпагат, повторяйте это каждый день. А теперь передаем привет Эдди и Зере. И нас тебе тоже привет. Варвара, это тебе. Карина! Подпишись на канал «Принцесса Анна». Подпишись на канал «Принцесса Анна». Внизу красная кнопочка.